Всем привет, дорогие друзья, привет, короче, с вами был. С вами мы. Арти Триман. Мистер Миха, 24 и... Я не помню, что здесь делать, я как-то здесь уже был. Стреляй. Что это, чужие какие-то руки. Это Dead Space. Это Dead Space, брат. Намешай все, что можно. Не, этот Dead Space позаимствовал пару фишек из этой игры. Разве? Это я говорю, блин! Человек, который ненавидит шестую часть Resident Evil всеми возможными способами. Извините за то, что реально вот предыдущий. Да, в прошлой части там произошел небольшой баг. Миху выкинуло из игры в очередной раз. А все из-за меня, да, да. Да, у меня вот проблемы со звуком вечные, но дело в том, что... Самолет! Пилотируй. У тебя в этом больше опыта. Полетели, чуваки! А, я вспомнил кое-что. Пилотируешь ужасно. Ужасно. Это конец главы, да? Это конец главы, да? Нет, сейчас летать будем. Ну, слава богу, что не конец. Сейчас будем реально летать. Давай. Мой джойстик уже немного такая холодным становится. Оу. Это вот весело, Тёма. Реально будет весело. Я буду стрелять, ты будешь лететь, или я буду лететь, ты стрелять? Наоборот, ты будешь лететь, я не знаю, что буду делать, я не помню. Мне, по-моему, наводиться надо. Два простых солдата умеют летать на таком охранительном самолетике. Это невозможно! Эй, Пирс! Готов пострелять! Как всегда, капитан! Он просто сказал капитана, я что-то не слышал, как всегда, этой. Я летаю или ты стреляешь, я могу понять. Я стреляю и летаю. Я навожусь. А? Господи, управление полное говно. Банан хотят пропасть из пулеметов, я манал. Что мне делать-то надо? Расстреливать этих падл? Так, очередной болван, если, конечно, я в него попаду, да. А вот это получается? Экшен. Что говоришь? Что-то получается. Не попал? Ты сам пилотируешь или он сам по себе летает? Я пилотирую. Есть. Молодец. Пилот от бога. А я валю отсюда. А, Чёма. Что? Когда будешь стрелять по людям, не попади по мне. Что такое? А, я понял. У тебя всё-таки крупнокалиберный пулемёт. Не разрешено летать на этой площади. Ты где, кстати? Я чуть тебя не вижу. Я пока стреляю в недругов. Стреляй, стреляй. Это твоя работа. Пузырь! Здравствуй. Хотел взорваться около моего друга. Ух ты. Ты передумал опять. До этого, конечно, у меня пукан не взорвался, но все же. Тёма, по мне-то не надо. Быстрее беги. Это я сделал. Я выхожу такой, пули летят, все норм вообще. Хотел бы я сейчас быть на твоем месте. Снайперы. Ну, я стараюсь что-то сделать. Стой, где они? Я их уже расстрелял, что ли? Возможно. Надеюсь на это. Снайперы целят. Где?
Где я не вижу? А, теперь вижу. Где я там? Вон он, там. Вижу, вижу, вижу. Стреляю. Я попал. Стреляет по мне с пулемета в упор, не попадает. Это тупо. Убегай оттуда, убегай. Я не могу, у меня катсцена. Он попал. Да, как это он, это как его не разрубил после такого? А, ну, я падаю. Помнишь этого друга? Нет, к сожалению, я уже не играл сколько времени. А, помню, помню. Что он здесь делает? Мы же его убили. Я не знаю, но просто стреляли по нему. Да, хватит мне наводиться на эту хрень. Господи. Быстрей, другого шанса не будет. Ох, как круто. Ой-ой. Он меня чуть не убил. Молодец, Пирс, круто играешь. Тёма. Стреляю. Я посмотрю, что там у тебя происходит. А я посмотрю, что у тебя. Ассасин! Это так тупо выглядит. Прыгай. Должен признать, меня все это впечатляет. Торпеда стрелилась, какого? Наша главная цель рядом. Тёма, давай его посадим. Падай уже. Рядом, ракетная установка, давай! Ну падай уже, ё-моё. Упади на своей жирной заднице на эту говно. Блин, не упал. А, нет. А, не, улетел. А, вот эта ракета-то. Угу. Это все из-за этих придурков. Они пытались остановить. Леон, где ты? Пять от ролика. Мы видели. Где он? На ролик все равно, по-моему, прикольный. Да. И это ведь весь Китай. Китай весь, ё-моё. Китай, Китай сам... это разве город? Ну вообще по идее да. Ну Гонконг хер. Неважно. Интересно, Вэйшэй, чё сейчас сделал? Я думаю, он ломает их. Да, ведь есть DLC компания, где он бьет своих врагов не щадя, хоть и они не зомби, а какие-то другие дебилы. Скайп опять упорот. Да, мне там что-то вроде написали, что ли, где-то. Не, я имею в виду, тебя плохо слышно. Надеюсь, на видео будет нормально, ну, в принципе, ладно. И на этом, по-моему, глава заканчивалась. Наверное. В прошлый раз так на этом глава и закончилась. Ну, а что? Что сказать? Нет? Леон! Леон! Are you alright? Yeah. Things just got bad. Real bad. Самолет разломался такой. Насквозь.
need you to rescue two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. He's Albert Wesker's son. Wesker? Chris. He's got antibodies. Я говорю, он Вескерс. I got it. On my way. Ты не помнишь, наверное, кто такой Вескер, да? Да, помню, помню. Something I need to tell you. Ada Wong is dead. Кто-нибудь знал, что их было две? Нет, никто не знал. Кроме Эйды Вонг. Кстати, ты опять хаваешь на записи? Нет, я просто пил. Ага. Ты вечно хаваешь на записи, я никогда не хаваю на записи. Я не хаваю тоже никогда, так что ничего не знаю. Ну что ж, на этом можно и завершить, да? Да, да, конечно. Всем спасибо за просмотры. С вами были Мистер Мечтачты и... Это какие просмотры, а? Уткнись. Ладно, да, с вами был Арти Триман. Мистер Мечтачты, подписывайтесь на наши каналы, оставляйте нам комментарии, мы их прочитаем, ответим, бла-бла-бла. Всем пока. Да, пока.